Пришла. Пришел. Сколько мне осталось? 3 минуты. Последнее желание. В чем смысл жизни? Это что-то новое. Я всю жизнь задавался этим вопросом. Так скажи мне, может, не зря я прожил эту жизнь? Помнишь в 5 классе девочку Яну? Рыжая. Рыжая. Да, помню. И я помню. А помнишь, как ты поставил ей подножку, и она со всего маху влетела в кучу собачьего дерьма? Глупо было. Дети все такие. Неважно. Но после того случая ее стали дразнить Янка-говнянка. До того довели, что она перешла в другую школу. И что? Все. В этом и был смысл твоей жизни. Ты выполнил свое предназначение. Как так? В новой школе она влюбилась и сразу после окончания вышла замуж. А потом родила и воспитала великого человека, который войдет в историю. А ты был пазлом этой мозаики.